Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и перемог о поширении ЕС Йоханнесом Ханом. В последние годы отношения с Евросоюзом развиваются позитивно. ЕС является другим по значности рынком для белорусского экспорта. У студени листопаде минулого года у этой страны он склал амаль 7 миллиардов долларов, что прикладно на 30% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Вырос и объем импорту. Так само развивается супрацовництва по линии международных банковских структур. А кроме того, ведутся перамовы об спрощении визовых процедур. Сёлета каля 400 беспрацоўных Гомельскай области смогут атрымаць субсидии на организацию предпринимательской деятельности. Памер субсидии залежить от места проживания. Также жыхары сельской мясцовости и малых городов с устойливо высоким узроўнем беспрацоўя атрымливают сумму по меры 15 бюджетов прожиточного минимума. У остатних выпадках 11 БПМ. Як правило, гэтыя сродки идут на набыццё обсталявання инструментов. У нашем регионе часцей за все свою справу беспрацоўные открывают у сферы оказания послуг. Это цирульни, будаўніча-аделышные работы, аутоперевозки. Карыстаецца популярностью и рамесніцтвам. 7 лютого у Гомельским гарвыканкаме пройдзе открытый аукцион. На торги выставить два земельные участки для продажу у приватную уласность. Один из них находится на 1-й Витебской улице 68. Пачатковый кошт амаль 33 тысячи рублей. Участок призначен для будаўніцтва и обслуговывания одноквартирного жилого дома. Аналогичное мэтовое призначение мае земельный участок, размещенный у Костюковцы на улице Ореховой у районе дома номер 45. Пачатковый кошт каля 5,5 тысяч рублей. Подробязную информацию об умовах проведения аукциона можно атрымать так само у землеупорядкавальной службе Гомельского гарвыканкама по номеру телефона 310948 ти у Гомель ЕАДС-центры по номеру 419786. У первые два дни лютого у Гомельском державном университете имени Франциска Скорины пройдет открытый областный конкурс науково-техничной творчести навученцев «Техноинтеллект». Свои распрацовки представят свыше 100 навученцев школ, гимназий, лицеев, колледжев из всей области. У их лику переможцы и призеры районных и городских конкурсов науково-техничной творчести, активные члены объединения по интересах техничного профиля. Творческое споборництво пройдет в два этапа. Теоретичное будет присвящено вырашению задач с техничным зместом. Другий тур уявляет собой науково-практичную конференцию по 6 секциях. Дипломанты увойдут у склад сборной областной команды и примут удел у республиканском конкурсе «Техноинтеллект».